Всем привет, дорогие подписчики моего YouTube-канала. Пушистый биткоин рад приветствовать вас и представить вам обзор самых интересных ICO-проектов. И свой сегодняшний обзор я посвящаю проекту под названием Heroic. Я думаю, что даже не стоит говорить о том, насколько быстро наша жизнь с каждым днем переходит в онлайн. Множество действий, которые раньше мы делали в реальной жизни, теперь мы делаем через интернет, и это считается вполне нормальным. И, конечно же, сейчас многое в нашей жизни зависит от доверия к технологиям. Почти все, что мы используем каждый день, зависит от них, то есть начиная от будильников и тостеров до детских игрушек и автомобилей. По мере того, как устройства усложняются, становятся все более интеллектуальными и взаимосвязанными, появляются серьезные проблемы, которые связаны с рисками конфиденциальности и безопасности. Самые важные детали нашей жизни хранятся на этих устройствах и связанных с ними облачных сервисов, и эти данные варьируются от наших медицинских записей до нашей банковской информации и частной переписки с семьей и друзьями. Существующие решения данной проблемы не в состоянии идти в ногу с растущим числом и сложностью угроз, которые атакующих систем. Способы обнаружения угроз, которые используются сегодня, не могут идентифицировать и бороться с новыми, ранее незнакомыми угрозами. И то же самое, только в значительно больших масштабах, относится к деятельности разного рода компаний по всему миру. Они также очень часто становятся жертвами хакеров. И согласно данным совместного исследования антивирусной компании McAfee с Центром стратегических международных исследований, ущерб компании, полученный от деятельности киберпреступников, оценивается около 600 миллиардов долларов за год. Согласитесь, это огромная цифра. Именно поэтому вопрос кибербезопасности стоит остро, и сегодня общество находится в поисках новых действенных способов защиты. И как раз-таки один из таких нам предлагают разработчики проекта Heroic.com. Итак, Heroic.com – это проект, направленный на создание эффективной системы киберзащиты с использованием искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Разработчики акцентируют внимание на том, что современные системы безопасности не являются достаточно эффективными и не успевают за стремительным развитием киберпреступников. К тому же базы данных о потенциально возможных угрозах, которые собираются такими системами, являются доступными только для больших компаний и, соответственно, недоступными для обычных пользователей. Именно поэтому команда проекта решила создать систему, которая с помощью современных технологий сможет обеспечить эффективную киберзащиту, и при этом эта защита будет доступна абсолютно для всех пользователей. Система Heroic.com состоит из трех основных компонентов. Это Heroic Arc Reactor, Heroic Guardian и Research and Development. Heroic Arc Reactor – это платформа для открытого и децентрализованного обмена информацией об угрозах кибербезопасности. Целью Arc Reactor является предоставление открытого хранилища информации об угрозах кибератак. Собранные данные изучаются, затем систематизируются и сохраняются в распределенной базе данных. Heroic Guardian – это унифицированная облачная платформа для обеспечения кибербезопасности, которая использует данные об угрозах от Arc Reactor и объединяя их с искусственным интеллектом для прогнозирования и предотвращения кибератак. Guardian предоставляется в качестве услуги премиум за дополнительную плату. Пользователи будут производить оплату с помощью токенов HRO или в любой удобной валюте. И Research and Development. Платформа предоставит разработчикам, организациям и компаниям идеальное место для визуального и программного взаимодействия с данными в реальном времени и базой данных угроз, которые предоставляются Arc Reactor. Разработчики могут исследовать, разрабатывать и тестировать свои собственные алгоритмы для обеспечения безопасности. И таким вот образом сервис Heroic призван способствовать развитию безопасности данных в стремительно изменяющемся мире. И также несколько слов стоит сказать об участниках экосистемы Heroic.com. Одними из таких будут обычные пользователи, для которых данная система обеспечит защиту от киберпреступлений с использованием вышеуказанных элементов.
Но также пользователи смогут зарабатывать токены HRO. Это будет происходить системой. В случае согласия пользователя будут использоваться вычислительные возможности устройств для хранения данных или поиска новых угроз. Этот процесс будет поощряться выплатами внутренних токенов системы. И вторые участники это у нас разработчики. Основным преимуществом для них является существование площадки для создания и тестирования продуктов кибербезопасности Research and Development. Создавая разного рода системы, от простого алгоритма кибербезопасности до полноценных программ, разработчики смогут получать вознаграждение в токенах HRO. В общем, для них heroic.com открывается как огромная площадка для создания собственных проектов с доступом к большой базе данных и огромным сообществом энтузиастов в сфере кибербезопасности. И последними участниками здесь являются компании. Как и для разработчиков, для компаний, либо же разного рода организаций, таких как школы, предприятия и некоммерческие организации, heroic.com будет полностью открыто. В данном случае компании играют большую роль в развитии данной системы безопасности, так как они владеют большим количеством данных, которые они смогут вносить в ARC-реактор, за что, конечно, и будут получать вознаграждение. Среди преимуществ также стоит отметить доступ к базе данных, а как следствие и защита от киберугроз, а также возможность создания продуктов по кибербезопасности. Токены проекта называются HRO, и они созданы на блокчейне Ethereum. Это будет единственное платежное средство в рамках системы heroic.com. Токены будут использоваться для мотивации пользователей, для этого будет создан фонд поддержки пользователей для оплаты данных, услуг или продуктов кибербезопасности. А в будущем разработчики рассчитывают даже на то, что токен HRO станет новым стандартом безопасности, который будет использоваться также и в других проектах. И что же касается продажи токенов. Сейчас длится первая фаза этапа пресейл и действует бонус в размере 20%. Поэтому вы уже сейчас можете присоединяться и приобретать свою долю токенов. Здесь сразу же приведена оценка, которая довольно высокая и составляет 4,8. А хардкап проекта составляет 41 миллион долларов. На этом мой видеообзор подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно оставляйте свои комментарии. С вами был Пушистый Биткоин, и я прощаюсь с вами до выхода моих новых видеообзоров. И, кстати, не забывайте, что все ваши инвестиции и вложения происходят только на ваше усмотрение. Желаю вам удачи!